Всем привет, подписчики нашего канала. Сегодня хотел бы вам рассказать небольшую хитрость моделистов. Бывает, что при покрытии матовым лаком на модели появляется белый налет. Вот такой вот. И многие не знают, что потом делать, паникуют и все, не знают, куда бежать. От него можно избавиться очень легко. То есть должна быть деталь, по идее, вот такая. Стала вот такая. Просто-напросто нужно пройти вот растворителем Тами оригинальным, или, ну, как я работаю, изопропиловым спиртом. Просто чисто спиртом пройти 1-2 слоя. Вот сейчас я вам это покажу, как он пропадет. Вот. Для примера я оставил деталь, маленько не докрасил, я сейчас докрашу. А тут вот получается, после высыхания деталь, она останется точно такая же. То есть получается, самое главное, когда будете покрывать модель спиртом, главное не переборщить. Потому что если вы красили акриловыми красками, то у вас может, если, допустим, был камуфляж или там база там как-то, ну, по-особенному, не знаю, покрыто, то растворитель, он может это все разъесть и смыть, поэтому нужно буквально слегка один слой прошел тоненький, буквально потом второй слой тоненький, и потом по мере смотрите, что она пропадает, то все, можно остановиться. Сейчас докрашу оставшуюся часть деталек. Закончился у меня спирт, добавим маленько. Спирт я наливаю в шприц, мне это очень удобно, чем из бутылки. Еще раз повторяю, друзья, тут главное не перестараться, сильно не покрыть, потому что можно сдуть базу. Потому что мой первый опыт именно оказался таким, то есть я дул, и у меня база начала слазить и проявился пластик. Вот такая небольшая хитрость, которая поможет вам сделать модель более красивой и избежать каких-то неприятных моментов. Всем спасибо за внимание, ожидайте следующих видео.